Приветствую вас, дорогие друзья. Выполняю видео по запросу о хотелках и небралках каталога номер 3. Итак, мы находимся в корзине. И по моему мнению, для меня то, что мне срочно нужно и то, что нельзя не купить в действующем третьем каталоге, выглядит вот следующим образом. Вот такой набор продуктов. Два пробника будущей новинки, новинки будущего каталога. Матовая губная помада «Икона стиля», тон терпкий бордовый и оранжевый коралл. Мне интересны эти два цвета. Интересно попробовать, поэтому я беру, несмотря на то, что эти пробники не дают баллов. 0 баллов. Стойкая краска для волос, цвет эксперт, 359 рублей, тон интенсивный медный, я забыла, как он называется. Так, ну неважно. Вот. Потому что мне срочно нужно покрасить волосы. Туалетная вода, холодное сердце, потому что я обещала племяннице еще осенью, еще в ноябре, купить и до сих пор не купила, то у меня нет денег, то этой воды нет на складе, то нет в каталоге. В общем, посмотрим, что будет на этот раз. Так, теперь 3 покупки. Дальше идут покупки, которые нельзя пропустить в этом каталоге. Привлекательные цены или давно хочу. Шампунь и кондиционер 2 в 1, жужуба и манго, мегаобъем. Мегаобъем 750 мл. Очень большой, думаю, нам надолго хватит. Этот шампунь мне нравится, но в случае чего, если надо избавиться от лишних затрат, можно убрать. Отшелушивающий гель для душа малина и мята я тоже давно хочу. И, в общем, от него я не избавлюсь, он останется у меня в корзине. Пена для ванны «Сладкие грезы» 2 штуки, потому что пена для ванн в каталоге Oriflame сейчас стала большой редкостью. Бывает только в лимитках. Я не знаю, почему Oriflame отказался от пен для ванн. Видимо, потому что вообще пена для ванн, и в нашей семье есть такое мнение, что это очень негигиенично, способствует бурному развитию ненужной микрофлоры в некоторых местах. В общем, но тем не менее, пена для ванны – это приятно, и с каким-то ароматом, с сердечками. Не помню, какой аромат, но какой-то вкусный, кондитерский. Вот. Была эта лимитированная серия, выпущена к нынешнему Валентиновому дню. Ну, в общем, закажу. Если он, конечно, будет на складе. А то его не было до сих пор. Так, дальше идут 3 средства для интимной гигиены. Очищающие пенки. По 79 рублей. Беспрецедентно низкая цена. Заказываю все 3, потому что думаю, что кое-чего нет на складе. Так, и драйвер каталога. Топ и шортики Love Potion. Причем себе лично я заказываю размер S топ и размер M. Ну, здесь не написано, да, шортиков. Потому что бедра у меня чуть шире, чем стандарт S. И давайте посмотрим, что есть на складе. Так. Ну вот, холодное сердце отсутствует. Пена «Сладкие грезы» отсутствует. Феминель с алоэ вера, к сожалению, отсутствует. К моему великому сожалению. Топ-шортики есть. Пробники есть. Краска. Шампунь. Гели. Ну, в общем, вот так вот выглядит минимальный заказ. 1879 рублей.
Я 42 балла. Я думаю, нужно довести до 50, что-то добавить. Так, я хочу посмотреть, что у нас есть по акции. Продукт вместо доставки. Лаки. Очень хорошо. Мне очень нравится этот набор продуктов, который можно выбрать вместо доставки. Я, наверное, возьму стойкий лак для ногтей «Зачарованный лес». Ну, давайте еще посмотрим. Да, цена 215, но вы отнимите. 147 у нас стоит доставка. Так, лаки, ой, то есть блеск для губ из серии Power Shine. Из лимитированной коллекции, по-моему, призматик. Здесь почему-то не написано. Вот цепь, ожерелье, кружевная цепь, которая мне не нравится, эта идея. Юбка-феечка, мне тоже очень хочется ее как-нибудь купить, но не в этот раз. Так, хорошо. Очень странно отображается. Еще не раскрылась, да? Так, ну вот так вот выглядит минимальный набор продуктов. Давайте посмотрим, что у нас есть в интернет-распродаже. Спецпредложения онлайн-магазина. О боже. Так. Так, где же здесь вертушка? Так, в общем, перчатки лакрица нет. Тональная основа, естественно, бежевый нет. Смягчающий крем для ног по 199 рублей. Карандаш для глаз Нью-Йорк белоснежный. Эклад Фам. Спецвыпуск. 30 миллилитров, по-моему. Так. Где же здесь линейка прокрутки? Ну, хорошо. Так, давайте полистаем. Так выглядит минимальная корзина. Ну, давайте теперь полистаем каталог. Относительно хотелок и не брала. Так, новая новинка — туалетная вода Love Potion Secrets. Я брать не буду, ну потому что я вообще хочу взять парфюм себе не из линейки Oriflame. Либо можно было воспользоваться предложением по акции «Весенние ноты», кажется, называется. Она закончилась или нет, я не помню. Кажется, нет. Там можно взять два парфюма с большими скидками. И я выбрала себе My Red и My Naked Truth. Поэтому это мы пропускаем. А почему? Потому что восточный, ванильный, фруктовый, ну, это не самые мои любимые направление в парфюмерии. Так, ночнушку с шортиками берем обязательно. Яркий букет, весенний букет, но пока что пропустим, не очень актуально для меня. Так, вот очень рекомендую не пропустить покупку туши 5 в 1, но сама я пропускаю, потому что мне хочется дождаться более низкой цены или более интересного предложения, и потому что тушь у меня пока есть. Хотя вот, да, и по-моему не было на складе, когда последний раз я прокручивала, смотрела. Я бы взяла вот эту угольную, ультрачерную тушь 5 в 1, я бы ее взяла. Так,
Здесь мне ничего не нужно. Проезжаем мимо. Помада 5 в одном. Тоже пока что нет. Бальзам-кондиционер нет. Энергоблеск нет. Лак для ногтей 119 рублей. Но бывает и более низкая цена. Тоже пропускаем. У этой серии лаков 100% цвета не очень удобная кисточка. Лак для ногтей, я имею в виду. Эти тени я не брала. Хотя вот нет, вру, я брала вот эту именно, как она называется, бархатной сливовой. Довольно-таки прозрачный, не такой интенсивный цвет. Так, Divine — это не моя тема. Lucio интересная, но цена мне... Особенно очень интересное предложение. Вместе с дезодорантом она стоит дешевле, чем без дезодоранта. Так, My Naked Truth я уже сказала, что можно по акции «Весенние ноты» купить. 600 рублей, по-моему. Ой, очень хотелось бы это взять, но пока что мне не позволяют... бюджет купить. Giordani Gold Essence. Happy Diziac нет. Ну, про парфюмчики я уже вам сказала, что пока нет, у меня их и так много. Все, что мне нравится, уже взяла. Здесь мне очень нравится вот этот маникюрный набор. Но проезжаем мимо. Крепись. Полотенце-тюрбан тоже очень красивый подарок, но сделан из полиэстера. Он же ничего не впитывает, наверняка. Так, очень мне нравятся эти серьги-кисточки Daisy. Но нет, скажем себе нет. Стиснем зубы. Этот ужасный сетчатый шарф мне не нравится. Очень привлекательная подставка для косметических кистей. Но нет, мне кажется, на рынке китайскую продукцию можно купить дешевле. Не худшего качества. Так. Мимо. Боже мой. Когда же я тебя куплю, New Age? Уже вышел новый New Age. Эко-бьюти, да? Или нет еще? Так. Комплекс омега-3 я бы взяла. Ну, видите, моя минимальная корзиночка на 2000 тянет. Ой, очень хочу шведский бьюти-комплекс взять. Серия «Королевский бархат» мне не подходит. Слишком жирно. Жирнит мою кожу. Так. Optimals ничего. Да, вот я же говорила, что в спецраспродаже, в сильной распродаже вот эти наборчики кремов на 50 рублей дешевле сейчас, да? То есть Optimals осветление, защита и осветление, Optimals кислород. Обратите внимание, что... вот эту электрическую щетку для лица, аппарат для очищения лица Skin Pro, последний раз вы берете с подарком. В подарок очищающая пенка, осветляющий гель пенка. Так что не упускайте. В следующем каталоге уже без подарка. За ту же цену, но без подарка. Так. Это не для моей кожи. Это тоже не для моей кожи. Рассыпчатая пудра совсем без скидки. Это очень интересное предложение. Но, к сожалению, карандаш для бровей я тоже пропускаю. Не могу себе позволить. А вам советую. Я себе в корзину закидывала и жидкую подводку, так как у меня кончилось. Посмотрите мои пустые баночки. Я там рассказываю. Хотела взять на замену, но пока что нет. Проезжаю мимо. Вот.
это тоже мимо. А я вам расскажу, как выгодно себе, если вы все-таки себе на что-то берете, сделайте это лучше с акцией по приглашению. Используйте акцию по приглашению. Я делаю так. Я регистрирую своих родственников, на них делаю заказ для себя. Да, вот я хотела взять этот корректор, консилер, но тоже пока проезжаем мимо. А вот на родственников по акции я бы заказала. Но я в отдельном видео расскажу, что к чему. Так, здесь тоже все мимо. Сейчас можете взять кашемировую сливу палетку с дополнительной скидкой до 2 числа. Так, я покажу вам, вставлю сюда видео, наверное, сюда или в другое видео. Тушь на себе покажу, как она выглядит. Она не так бледно выглядит, как на этой картинке показано. Она значительно ярче. Она буквально чуть таким неоновым почти цветом. Так, здесь вот эти карандашики и основу под макияж можете взять с дополнительной скидкой по сильной распродаже. Любопытно попробовать было бы матирующую тональную основу Вельвет, но пока что нет. Очень бы хотелось взять это многофункциональнейшее средство, которое и термозащита, и блеск, и что там, и объем он дает, и облегчает расчесывание, и увлажняет. Просто чудо-средство. CC Cream Hair Care Beautifier. Но нет, пока что отказ. Хотела взять шампунь, сыну понравился, но пока что он не использовал тот из серии Nature Secrets. Так, краску для волос я себе взяла, положила в корзину. Но я хочу заказать в другой компании, не скажу в какой, в этом видео не скажу, более дешевую краску. Так, здесь надо взять по акции для окрашенных волос шампунь и кондиционер миндаль и клубника. И, может быть, маску надо брать. Наверное, возьму. Ужасно хочу мыло вот это купить, кусковое. И жидкое тоже. Но нет, пока отказ. Так, здесь что у нас? Обратите внимание, здесь скраб для ног, ночной увлажняющий крем и по более низкой цене, чем в предыдущем. То есть это самая низкая цена. А все почему? Потому что через каталог ожидается обновление этой серии, и там у вас будет возможность взять по 149 рублей. Это каталожная цена. Имейте в виду. Ну вот здесь скраб для ног замечательный. Тут, может быть, будет еще лучше, а может быть, нет. Так что вот смотрите. Так, нужно взять зубную пасту, ну хотя бы детскую, да? Детскую зубную пасту надо купить ребенку, надо купить, ну и все остальное бывает дешевле, было дешевле, по крайней мере. Так. Сын мой младший Орифлейм вообще не признает. Так, эти средства я уже заказала. Старшему сыну я уже купила парфюм. Кстати, вот об этом антивозрастном шампуне я расскажу отдельно. Об эффекте. Ну, сейчас коротко, чтобы внести интригу. В общем, да, хвалю этот антивозрастной шампунь и кондиционер. А еще, на что обращаю ваше внимание, что цена
ниже на шампунь и кондиционер Hair X для тонких волос. Шампунь объем. И что удобно, кондиционер вот в виде спрея, несмываемая формула. Тоже очень интересно. Получается 143, по-моему, рубля. Тоже, в общем, обратите внимание, что цена ниже, чем обычно бывает в каталогах. Так что рекомендую брать. Я его и тоже положила в корзину себе, но сейчас пока что отказалась. Так, дневной крем антивозрастной, люцерна дневной и ночной. И где-то в распродаже я видела крем для век. Тоже можно купить. Рекомендую. И хотя сама не пробовала. Вот он, вот она пена для ванн, вот она интимная гигиена. Так, великолепие цвета. Что здесь эксклюзивное предложение? Любой оттенок помады за 400. В общем, та помада, к которой добавится еще матовая линейка, сейчас со скидкой по какой-то привлекательной цене. Ну, не зашибенная скидка, но зашибенная скидка на пудру, новинку. Сияющая пудра в шариках. Чудно тесная. Но у меня предыдущая версия еще не закончилась. Поэтому мимо. Хотя очень хочется. Очень хочется. Так, и здесь надо заказать мыло хотя бы. Если от... В общем, здесь гель для душа получается по 63 рубля. Мыло по 35 рублей. Для консультантов, но почему бы не взять, надо брать. В общем, вот мои хотелки и пока что не бралки. Не потому, что я их критикую, а потому, что бюджет у меня ограничен. Если вам было видео интересно и полезно, ставьте лайки. Если я чего-то не договорила, ну вот такой вот темп у меня. Потому что медленно разговариваю, хотя вроде мне кажется, что я галопом по Европам проскакала. Ну, отпишитесь в комментариях, как вам такой формат, помогло ли чем-то это видео. Напишите о своих хотелках и не бралках, или бралках. Я с вами прощаюсь, желаю вам красоты, приятных покупок. Спешите делать их в сильную распродажу. Ссылку на сильную распродажу даю здесь же и внизу под видео. Всех целую, всем пока. Ваша Аюна. В каталоге номер 3 Орифлейм я имею в виду, потому что именно сегодня с 10 часов утра по московскому времени